21 октября. Добрый день, дорогие друзья. Знакомьтесь, Сергей. Это тесть знаменитого нашего Александра Морозова. Вот, муж Наташи. Ролик с выходом Наташи и сам посмотрел, там я не помню. По-моему, что-то 90 с копейками тысяч человек. Ну, в общем, мы с Сережей сегодня и вчера при помощи шуруповертов, пил и прочих инструментов сделали вот этот забор вокруг. Золотой недвижимости господина Петрухина. Вот. Теперь у нас осталась одна задача — сделать вот в этом месте, где фонарь, рядышком сделать калитку и, скажем так, предоставить доступ господину Петрухину, чтобы он от нас отстал, подписать с ним акты приема сдачи помещений, как говорится, расплеваться. Плюнуть другу в жилетку. А, ладно. Мы сегодня вот это все сделали. Сейчас я пойду кормить наших животин. Все поживают дружные, нормально. Бакины, собакины собачатся и бачатся. А какие сволочи у меня украли мясо? Айк. А, Айк. Дина их водят туда. Айк. Айк, алло, алло, там на том берегу, на барже, что ты такой наглый, а? Вот, теперь у нас будет другой проход, чуть-чуть другая логистика, но вот это завтра этот участочек мы разгребем, перенесем металл и клетки в другое место. У нас прибавление из закрытого незаконного армянского зоопарка. К нам едет два енота, и прибыть они должны в течение, ну не знаю, наверное, получаса. Минут 15. Посадим мы их вот сюда, вот в эту клетку. Я сейчас покормлю животных и буду готовить ее. Положу им сено, поставим какой-нибудь домик. Вот. Сегодня с утра кормежка. Ну, я с утра покормил только вон ту вон девицу, красавицу, Машу хулиганяшу, поскольку Машу лучше держать сытой, да? Что у нас еще веселого нового? У нас веселого нового то, что один кабачок наш уехал. Вчера за ним приехала девочка, посмотрела, выбрала одного себе ребеныша нашего, забрала. Вот мы, я сегодня вечером сниму ролик о наших, видите, какой у нас Гринпин, это я не пьяный, но здесь просто тупо скользко. Лосидзе сгрызли дневную порцию. Айстингеры
накормлены. Так, кто тут уже ящики раскидал? Так, надо убрать вот на обратный путь. В принципе, филинятник закрыт. Вот сегодня не... Ну и что ты вот? Сегодня звонили с кладбища. Ой, у нас тут аист летает. Ну, летает. Ну и что? Ну, царь. Ну и ан грозный. Да? Да, мои лапы. Вот и моя радость. Что ты тут закапывала, а? Яра, что ты тут закапывала? Вот и моя девочка. Ну вот. Значит, я остаюсь, извините, вернусь мыслью по древу. Выложу ролик. Прошу максимального репоста по поводу наших... щенков по поводу пристройства, потому что сил нету, и с ними их, ну, в общем, это крышеснос и вынос мозга. Так, что у нас тут лишнего? Не могу, это же это жуткое песнопение. В общем, у нас трэш-трэшовый. Бензина сжечь. Мы тонем, но это сухие времена, сухие дни дают, ну, не шанс не подготовиться к зиме, а хоть как-то что-то чуть-чуть. У нас радостное известие. Приехала Леночка Иконорова. Она сегодня была в Орешко, вчера была в Орешково. Сегодня она поехала к Наташе Михайловой. Нашей подруге, вы знаете ее. И после Наташи Михайловой, с Наташкой Михайловой они завтра приедут к нам. А мы сегодня... Что ты вредина такая, а? Что? А мы сегодня вечером уезжаем в Обнинск. Там у нас моя однокашница Алена Черпакова дает спектакль «Мышеловка». Чем им нравятся детективы? Я не знаю. Но надо попробовать выяснить. Сейчас я покормлю енота. Машенька. Хулиганяшенька, няшенька. Девочка такая красивашенька. Вредняшенька наша Машенька. Да? Тут собаки собачьи ходят. А Маша не любит собак. Маша собак ненавидит. И если Маше дать миллиончик собачек, она будет прерываться в убийствах только на сон. Да, Маш? Давай почешем Машеньку. Вот дура дурацкая. И что ты делаешь? И что это такое было? Что было? Ну? Что ты на меня смотришь такими глазками умильными? Ну и чего? Я не буду с тобой играть. Не надо мне глазки строить. Все, иди нафиг. Все, сиди, я это еще дверку закрою.
Все, свободно, раз не умеешь общаться. Как всегда, качок разминается картошечкой. А велосипедный, у него другое настроение сегодня, какое-то лирическое. А вот там вредина-медведина. Шипит, рычит, она жутко недовольна, что ее закрыли за отвратительное поведение. Ладно, дорогие друзья, заканчиваю свой репортаж. Быть добрым, быть бобром. Спасибо, что вы у нас есть. Я надеюсь, что все будет еще лучше, чем было до того, как я это сказал. Варха хоть, жопа появилась, хоть чуть-чуть. Ноги. Задние. Все, друзья.